Добрый день, с вами мини-трактор.укр. Сейчас покажем вам снова еще один обзор вот такого Булата Тедро 22 люкс. Много по нему есть противоречий, поэтому в конце видео обязательно, кому может такого есть, кто сталкивался, не сталкивался, ваше мнение, ваш отзыв именно по мототракторам Булат, по данной модели. Вот, обязательно оставляйте комментарий, делитесь, нам это важно. А сейчас понеслись, новый обзор данного мототрактора Булат Т-22. Булат Т-22 это аналог старого Булата Т-200, только с обновленными характеристиками, с обновленным вот таким вот дизайном. Уже идет современный капот с нормальной адекватной оптикой. Трактор рассчитан на 3 ремня, то бишь ТПП наш КУ идет 4 ручейка. Вы можете 3 ремня поставить приводных и один использовать под навесное оборудование. Но на обкатке рекомендуется на 2 ремнях, чтобы притерли все шестеренки и чтобы не лопнул вал. Ставится сюда только 2 ремня, чтобы коробка обкаталась должным образом. Вот. По колее. У колея ступица. Колея раздвигается 7,5 на 16 диске. Колеса передние. И 5 на 12. Передние. И 5 на 12. Передние и 7,5 на 16 диске задние колеса, протектор, елочка, резина адекватная, булатовская. Вот мотор обновленный с увеличенной фаркамерой, это ZS 1115, 18-20 лошадиных сил его мощность. Вот, вот так выглядит приборная панель. Выхлопная система, воздушный фильтр уже над капотом, что значительно удобнее и практичнее, кто пользовался, тот знает. А коробка идет 3 передачи вперед, 1 назад. Вот рычаг повышенных, пониженных. Вот тут вот подсоединяется рычаг блокировки дифференциала. Вот он тоже специально снят на обкатке, дабы люди, кто не сильно хорошо умеет пользоваться, не убили таким образом трактор. Вот гидравлика одновекторная, вот задний механизм навесной. Вот задний навесной механизм. Стандартный треугольник идет. Вот так выглядит задний мост. Мосты усиленные, видите, диск уже большой, тут тормозное сцепление. Вот широкие диски. Вот клиренс достаточно высокий, уже не мешает внизу выхлопная система, как в старых моделях. Вот в раме она уже усилена, как в скаутах, вот такими перемычками металлическими. Вот. Вот такой вот тракторец. Есть парковочный тормоз стояночный. Вот как он выглядит. Булат Т-22 люкс. Самое главное, данные мототракторы являются акционным предложением, но нигде есть специальная цена помимо скидки. Цена, которая указывается на сайте, вы просто набираете номер, по номеру телефона горячей линии, общаетесь. С учетом доставки, цена включает доставку, обслуживание, масло, фрезу, двухкорпусный плуг, то бишь полный, самый полный комплект по специальной цене. Их наличие много, техника обязательно перед продажей готовится, проверяется, то бишь устраняются все моменты, которые возникают вот под такими дождями, потому что погода очень не радует, вся техника не влазит в ангары, поэтому вот некоторые экземпляры стоят здесь. Вот. Вот, что можно еще сказать по мототракторам Булат. Булат это, в принципе, наверное, единственный мототрактор, бренд Булат, который, в свою очередь, и производит и большие мини-тракторы, такие как 454, 254 Булат, кабинники, вот, скауты, файтеры и так далее, естественно, больших тракторов не делают. Поэтому к Булатам есть определенная степень доверия. Вопрос адекватной качественной сборки и вопрос грамотной эксплуатации, чтобы правильно обкатать, правильно использовать и не убить, не угробить трактор, особенно в первые там 50-100 моточасов часто возникают поломки именно по причине недобросовестного, некачественного обслуживания данной техники. Мы все это можем рассказать, показать, поэтому кому интересно, обращайтесь обязательно по номеру горячей линии. Заходите на сайт, звоните, задавайте вопросы. На технику действуют скидки, доставка беспоштовно, бесплатно, без предоплаты.
Вот, а кому интересно, не забудьте подписаться. Это мини-трактор.ру, магазин профессиональной сельхозтехники. Всем хорошего дня. До свидания.